«Воспоминания океанов». Я иду на КЦ «Гуфа» с Васей. Сейчас мы уже подходим к телеклубу. Сейчас покажем, что там внутри. Ну и точнее, сколько там народу. Через 2 часа покажем. А, ну там начало сейчас. Мы, короче, пришли слишком рано. Но начало через 1,5 часа где-то. Пожалуйста. Как настроение, ёбан? И все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора поизолировать, я порчу всю картину вам. И судовать себя противно собственным родителям. Я не палю цифры полового мобильного. Второй собой себя не контролирую. Можно режим назвать одним спортивным. Могу любимую назвать некрасивой. Могу пожать руку, пожелать мира и тут же плюнуть. Привет, меня зовут Гуф. Со мной Тандем Фундейшн. Это Мафон. Это Слэм Оу за пультами DJ K. Как жизнь? Руки вверх, руки вверх! Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать. Не надо это выпускать, Надя. Всем, кто знал от души, рад по-настоящему. Я буду радовать, стараться делать это почаще. Спасибо всем, кто пошутил. Тема души за позитив. Этот альбом особенный, он третий сольный. Он самый сложный, говорят, потом уже будет проще. Я не пробовал, так утверждают черные. Но если это правда, то не за горами. Четвертый. Многое могут трогать, ого-го-ка. Я не мастер слога или пророка. Так и как долго я буду осенью. Но ничего себе, все-таки запахнут. И не слова, и выносит то, что завернуто волосы. Проверяем возможности сама. Пепел в воздухе запахло осенью. Это ничего себе, в воздухе запахло хип-хапа. И не слова, и выносит то, что завернуто волосы. Проверяем возможности сама. Пепел. Спасибо. Москва, Челябинск, Екатеринбург. Москва. Руки вверх, руки вверх! 15-й психиатрической больнице. Боя история болезни, 183 страницы. И раз в 2 года у КП инструкции. Заезжает сюда с навязчивой идеей хип-хоп революции. Все началось на той сумасшедшей тусе. 2000-й Новый год. Где-то при Брусе поступил там. Продолжил бы и курсы, как я водил там. Эти долбанные экскурсии. 2 синих комбинезона с чемоданчиками. Пришли собирать одного сумасшедшего мальчика. Это он, да, это наш сын. А что с ним? Вы поговорите, сами все увидите. Я смотрю новости, только что Путин пришел к власти. Идут на тебя, пожалуйста, присаживайтесь. Здрасте. Мне просто надо будет скоро в государственной думе выступать с докладом. Ага, кто-то садится рядом. Какая интересная, на какую тему ты будешь.
не считай. Вся святыми не вам все это объяснять. Мы просто тут готовим хип-хоп переворот. Папа, дай ключи от машины, разгонять в аэропорт. Мне нужно встретить там рейсы с Амстердама. Пацаны обещали загнать мне пару килограммов. Еще приедет Бога на своем танке. Остановится в гостинице президент. Привязаны за руки, за ноги к железной кровати. Я объясняю всем на подруг, что сейчас тут будет. Будем мазом, бухло, тёлки, как после гальжа. Они не понимают даже, блять, кого они вяжут. Мне сестра слушала долго, остальные голову. Сходила за аминозином и галоперидолом. Санитар помог меня скрутить, чтобы сделать уколы. Да и не о ком, а обстановка до боли знакома. Я читаю свой рэп, людям плечи, пижама. Мама, здравствуй, мама. Да что, это не твоя мама? Это мой путь, брат. Моя игра. Она мне принадлежит. И такие же, как и я. Все, 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 все. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит не таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит не таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Все, давай, давай, моя игра. Она мне принадлежит не таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Моя игра, она мне принадлежит не таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Yep. Спасибо, Йобу. Когда я не самый старший компания. Не весело, когда мне продажа алкашки. Продавщица в паспорте внимательно выпал свой палец. Ведь сегодня, завтра будет вчера. А еще вчера, сегодня было. Тут имеет смысл подождать до утра. И уж потом строить планы и что-то загадывать. Сегодня, завтра будет вчера. Еще вчера, сегодня было. Завтра имеет смысл дожить до утра. И уж потом. Мама, прости меня, папа. За кумар, прости за собак. Ты по потолок пепел на пол. Это просто новости, без лишней жесткости. На конце твоих сани попади по глупости. Из носка достаю скромную горстку скорости. Для бодрости это просто новости. Это просто новости с одной высокой глупости. Московской центральной местности. Мысли вслух твои из лимус минус плюс гуф. Лови, 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 лови. За зла. Но вообще-то здесь нету ни этого буклета, ни этого музла. Мы бумажно дуем, сидя на краю вселенной. Пропадаем недели без этой вопросы кобынам. Шпалтеем по горевым Саддамом Хусейном. Туда, где забыли мы, всегда успеем спихеем. Мы ступаком плечем хрени и гоняем по ЛР. Ты забей, отсюда гораздо веселее. Я вот повсюду слышу о том, что гуф умер. В чем натуре, мы как-то даже и не помянули. А так нормуй, мы с ним наводили движухи. Вы что-то походу перепутали, вас наебнули. Может, все-таки его убило, всем бывает. Когда он пересекается с Кириллом. Я вижу его часто, каждый день придумал по несколько раз. Может, его расплющило или, скажем, размазало. Люди бывают разные, фантазия властная. Есть фразы, запросто поливают грязью. Я на связи и по мазе, на все классное. Но разве так можно больше, да, пожить подольше? Я большой, мало кто еще наблюдал охуенный фотоотчет. Собственный похорон, еще прикол никто не поймет. Альбом, да ты затер. Может, следующего еще коза, дрон, зачет. Ёпта, ёпта, аккуратнее ветро, дрон. Смотри, перо под геброй, если не успешно желтый. Я на зло отвечаю добром, все ровно. Почва под ногами твердая, мир, ёпта. Ну, ты умер? Ты меня убила! Убила? Сильно? Мать, очень сильно! Это твой стиль, завод за заводом. Живее всех живых, зато убитый люто. Гуф, ты умер? Ты не меня убила! Убила? Сильно? Пиздец, как сильно! Это в твоем стиле, завод за заводом. Живее всех живых, зато убитый люто. Респект тем, кто с нами делятся чудесами. Не зависают на весах, поправили сам. Мы не из тех, кто на измене. Валит на запад, перезвони, если занят. Респект тем, кто с нами делятся чудесами. Не зависают на весах, поправили сам. Мы не из тех, кто на измене. Валит на запад, перезвони, если занят. Респект тем, кто с нами. Спасибо.
Одна судья, одинокий самурай, продолжай. Ничего страшного, что я его прочту на сегодня, да, погнали. По-моему, про любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать пошли. Я побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. Руки вверх! После я налево через мост и до района. Салам алейкум, все очень просто, я дома. Кому-то надоело, слушай, про эти улицы, его дело пусть лучше где-нибудь. Это и было лень писать большой трек про Ленина. И я позвал. И за усечь не жало скайд и валится. Руки вверх, руки вверх. 2-0-1-2. Всем спасибо, я весь гиг бокс. Такой прием от души вообще. Всем удачи, близким поклон. Скоро увидимся с вами, думаю, после Нового года. Концерт Гуфа прошел, все собираются, все рады. Не побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь.